Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, я догнал Куплинов. Плеем, продолжаем. Или, наверное, уже практически заканчиваем проходить Condemned Criminal Origins. Как мы помним, нам надо найти источник всех бед, блять, источник всех глюков, источник всех, короче, всех источников нам надо найти и убить его, походу. Но убивать нам его нечем, потому что... А нет, у нас есть доска. Почему же нечем? Можем его факелом расхуячить, перелезть, отлично. У нас и факел, и оружие в одном. Представляете, как это классно. Почему раньше до этого никто не додумался? Ходить с факелом и бить. Бить источник всех бед. Где он? Ой, тихо, заставка пошла. Тихо, тихо, тихо. Чего? Чего? Ты по-русски говори, слышишь, что? Буржуй, блядь. Вон он! Ага, сука, все. А, это тот перец с палками, который очень сильно меня отхуячил в прошлый раз. Но у него очень хорошее оружие, серьезно. Я как бы в прошлый раз посмотрел. Оно действительно стоящее. То есть оно вырубает только так. Я надеюсь, он сзади никак ко мне не подбежит, не ударит меня из-под тишка, как крыса поганая. Потому что если он это сделает, моя месть будет жестокой. Спасибо. Ну где же ты? Где ты прячешься, скотинка? Вон он! А нет, это не он. Какой-то толстый мужик с горящей палкой. Где? Куда идти? Откройте что-нибудь мне. Эй! Нет, это тупик. Тупик, блядь. Ну ничего, ничего. Так, нам надо тому толстому мужику, наверное. А, вот же проход, отлично. Толстый мужик, куда ты делся? Вернись. Я тебя убью перед тем, как убью источник всех бед. Я правильно иду? Точно правильно. Если сохранение пошло, значит правильно. Перелази. Не хочешь? Хуй с тобой. Вот. Ай. Вход на скотный двор. Где? Куда он делся? Эй! Это кто еще такой? Блядь, это зомби какие-то вообще. Нихуя себе. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чувак, ты кто такой-то вообще? Да уйди отсюда нахуй. Не трогай палку, это моя. Уйди, блядь. Уйди, скотина. Да... А-а-а, отбивайся, отбивайся. На, блядь. Да сдохни ты уже, какой здоровый. Смотри на него, а. Сука, не хочет помирать вообще никак. Да убей ты его нахуй. Молодец. Так, аптечку. Вон, вижу аптечку, отлично. Сразу три, красота. Оп, используем одну и идем дальше. Я надеюсь, таких здоровых мужиков здесь больше мне не попадется, потому что они какие-то уж слишком доска и огнеупорные люди. И ничего их не берет. Надо по 700 раз их избивать. Аккуратненько, осторожненько. Бежим. Бежим по дорожке. Почему нельзя сесть на трактор? Я сейчас на тракторе вообще быстро доехал. Нельзя, представляете, нельзя сесть на трактор. Это плохо. А, еще один бежит здоровый мужик, сука. Ай, как плохо, а? Он же меня сейчас нарубит, только так. Ёбаный лесник. Чувак, иди ко мне, открой проход. Чей-то трупец. А, нет, это не трупец, это... ползущая тварь, ползучая. Сохранение, отлично, перелазим. Опа! Красавчик. Идет, идет здоровый мужик ко мне. Так, и вон еще один залазит, падла какая-то. С доской. Так, нет, чувак, одумайся, тебе это не надо. Блять! Все? Нет, они все лезут и лезут, представляете? Лезут и лезут, суки. А-а-а! А, он, ты тоже за меня, отлично, чувак. Блять! А, сука, уйди. Да хорош, бля. Ой-ой-ой. Ой, как он мне нахлёстывает, только так. Не-не-не, чувак, не прыгай. Да отстань от меня, сука. Отстань, говорю тебе. Ва-а-а. А-а-а. Сдохни. 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 А-а-а, нет, блядь, сдохни. Да уйди. Куда ты побежал? Не трогай палку, сука! До свидания. Так, бежим за аптечками, что поделать. Нельзя! Все, нельзя брать аптечки. Я остался без жизней, сука. Как это неприятно, когда ты остаешься без жизни. Серьезно, говорю. У меня осталось где-то, наверное, 20% хп. Я вам серьезно говорю, не вру. Кстати, чаек. Не забывайте наливать всегда себе чаек перед просмотром. Бля-бля-бля-бля-бля. Я наливаю перед записью, вы наливаете перед просмотром. Где он? Тут загорящая хуйня. Здесь по-любому где-то есть аптечка. Здесь же нельзя так сделано, что типа вот, чувак, тебе как бы небольшие указатели, проходи по ним, и ты найдешь что-нибудь хорошее. Я в это верю. Так оно и должно быть. Потому что вот здесь есть дверь, она открывается. Да. Потому что просто так не сохраняется ничего. Это надо включить. Это надо применить. Ой, снайперская винтовка, ёб твою ж мать. Кого убить? А, вон жирного чувака можно убить винтовкой. Ой, не попал, сука. А сколько патронов? 4 патрона осталось, плохо. Ч,
Чувак, давай подходи. Ой, их два тут, бля. На, отлично. Минус один. Блять, кончилось, нет. Все, хорошо, ладно, чувак, давай подходи. На. Ах, сучонок. На. А чё я так быстро? А, я же в него стрелял до этого, сука. Я-то думал, полегчало. А нет, нихуя не полегчало. Просто я до этого у него две пули засадил. Но ему хуй бы хуй. Хоть две, хоть три. Хотя того чувака я уработал со скольки? С трех выстрелов. Но я просто красавчик. Так, что мы тут с вами открыли? Осторожно. Это сейчас упадет, это я уверен. А как мне туда пройти? А, все. А зачем я кричал? Ну я же не знал, я думал, оно упадет. Что у меня с FPS-ом? Что у меня проседает все? Не надо проседать. Ну это же последний уровень, как бы очень охуенная локация, здоровая карта. Вот ты неповоротливая тварь, представляешь, чувак, иди сюда. Ох! Ох! На, ёб твою мать! Ох ты, сука, с вертушечки меня смотри, как ушатал. На-на-на-на! На-на-на-на-на-на! На-на-на-на! Ай! На-на-на! На-на-на! Ах! На-на-на! На-на-на! Блять! На-на-на! А, нет! Он сплюнул кровь, он сейчас на меня набросится, сука. И сейчас придется отбиваться. Нет, не придется. А-а-а, сдохни, падла, сдохни. Ну, кто нас что здесь ожидает? Давайте, ребят, я на все готов. Я готов. Уй! Ну, это не серьезно. Это не страшно. Так, чувак, не туда, да? Хорошо, спасибо за подсказку. Ой, аптечка. Аптечка, это замечательно. А между тем, FPS почему-то продолжает проседать. Я не знаю, почему. До этого все было нормально, но сейчас почему-то нет. Ага, конечно. А вот так, если... И все. Так, еще две аптечки. Замечательно. Вот он, корень зла, сука, цитадель. Иди сюда. Я тебя все равно догоню, чувак, как бы быстро ты не бегал. Ты понимаешь, от меня убежать невозможно, я этот. Уй! Итан Томас, блядь, уйди отсюда. Да! Так, где еще? Вау, ебать! Налетели черти. Уй! Он бежит ко мне! Чувак, я пошутил! Уйди от меня! Уйди, сука, от меня, говорю тебе. Давай, чувак, бей меня. Бей, а я поставлю блок. Ах, сука, а блок не работает против него, представляете? Иди сюда. На, блядь. На, ёпты. На, блядь. Поебласот. Так, тихо, аптечки. Бежим за аптечками. Здесь я видел две аптечки. Бежим. Быстренько применяем. Применяй. Так, вот он. Не надо тут нахуй махать передо мной своими палками. Иди сюда. Да на, ёпты. Давай. Налетай по одному. Да на, что ты. Пфф. Твои приемы, блядь. И все. Такому тебя в шуле не готовили, да, чувак? Обычный русский дворовый бой, блядь, с горящей палкой. Ни один ниндзя, ни один каратист просто не сможет этому никак противостоять. Это все, ну реально, ну так оно и есть. Что-то выебался, что-то передо мной. Я, говорит, закончил Шаолинь по этому на факультете, блядь, монахов. Кафедра лысая палка-ударялка, представляете? И все, и ни о чем. Так, кто там бежит? Здоровый мужик. Окей, давайте здорового мужика уработаем. Давай через стену, чувак. Деремся через стену, ну серьезно. Ой! Ой, смотри, не ожидал, да? Ой! Ой! Ух, блядь! Ой! Ой! Да что ты какой дуралей-то? Ох, блядь! На, еще разочек! А-а-а! Подходи давай! На, ёпты! Я уже привык. Ой! Блядь, сзади кто-то, сука! Сзади еще один! Ёб твою мать! Точно! Вали его, точно, вали его нахуй. Нет, бежим отсюда нахуй. Бежим к аптечкам. Отлично, используем одну аптечку. Уйди отсюда, блядь. Да ты зарожишь, что ли, сука какая, а. Есть, один сдох, отлично. Остался еще один. Уйди. Кафедра самогона варенья, блядь. Ты где там обучался? Уйди отсюда, сука. Уйди, говорю тебе, блядь. Не спускайся ко мне и подходи. Ох, ха-ха-ха-ха. А вот так? До свидания. Только что уработали двух толстых мужиков. Я не удивлюсь, если сейчас на нас кинут еще и трех мужиков.
Главное найти укромное местечко, в котором они будут весьма неповоротливы, а у нас будет какое-какое преимущество. Это главное правило любой игры. Найдите выгодную позицию, займите выгодную позицию, убейте всех нахуй из выгодной позиции. Надо все-таки мне писать универсальное средство прохождения любой игры, потому что уже очень много у нас с вами полезных советов в процессе прохождения вылезло. Еще одна контрольная точка у нас, это хорошо. Так, сейчас будет какая-то заставочка, потому что все белеет. Или нет? Нет, не будет. Ой-ой-ой. Солдаты, блядь, вермахта пришли. Они с винтовками, это опасно. Сука, они могут меня пошпукать только так. Поэтому мы не будем особо на них, как бы, это... Чуваки. Чуваки. Пошел нахуй! Пошел нахуй, говорю! Так, винтовку берем быстрей. Уйди, блядь! Ха-ха-ха! Патронов сколько? 7. А в этой сколько? Так, а ты можешь ее скомпоновать, блядь? 8 патронов. Ладно, пойдем с этой винтовкой. Ла-ла-ла-ла-ла. Чуваки. Кто еще на меня? Выходи по одному. Так я не понял, я убил источник всех бед или нет? Или это просто какой-то его подпездыш был небольшой? Так, мне аптечка нужна. А это может быть его охранники, это охраняемая фазенда, а он толстяк бежит. Ай! Ой, до свидания. Так, мы сейчас все патроны потратим и вернемся за той винтовкой, правильно я понимаю? Это же надо. Придется так сделать, потому что я хочу ходить с огнестрельным оружием, я хочу всех убивать. Я хочу быть непобедимым и классным. Ой, птичка. Аптечка. Автомат. А сколько в автомате патронов? О, еще один бежит, смотри. Нет, здесь 20, нахуй. Это поэффективнее будет. Потому что автомат, атака хуёвая и патронов мало. Вон он опять побежал, вы видали его? Оказывается, я его не убил. Что ж такое-то? Что же, мне придется его 7 раз убивать в этой игре? Ой, толстяк. Подожди, стопорнись. Так, вон еще бежит толстяк, давай. Ну? Ох! Ох! А прицеливаться нельзя здесь? Ай, плохо. Блять. Да тихо ты. Сука, он взял мой автомат! Нет, они меня зажали! Зажали, черти! Нет! Нет, блядь! Нет! Воу-воу-воу, бежим за винтовкой, быстрее, срочно. Блядь, кончилось ускорение, ёбаный свет. Ох, их тут смотрите сколько, ёбаный в рот. Уйди, уйди от меня, блядь. Где винтовка? Винтовка моя где? Где она, где она, где она, где она, где? Я потерял, о, блядь. Да их тут хуево гора, ёб твою мать. Где моя винтовка? Винтовка! Нет! Блядь, как их много. Вот она, я нашел ее. Быстрее бери, чувак, винтовку бери, бери. А, блядь! Все, отлично, двух уработал. Пронесло мальца, мне кажется. 2 патрона, хорошо, ладно. На одного-двух толстяков хватит, и то замечательно. Вот это нам сейчас нормально с вами предоставили. Возможность поорать и попаниковать. Потому что если бы они меня убили, заново пришлось что-нибудь приходить. А я не хочу заново проходить, зачем мне это надо? Жирная скотина. Я выстрелил в тебя, патронов жалко, сука. Вот этот источник всех бед, он скоро у меня отхватит, я вам серьезно говорю. Я такое никому прощать не собираюсь. Ой, еще автомат. Аптечка. Автомат. Ну все, чувак, ну держись. Ну, блядь, тебе пиздец. Сколько патронов? 20 патронов, хорошо. Главное стрелять по головам. Во всех советах, во всех загрузках, перед уровнями, когда вы помираете, пишут. Чувак, стреляй в головы, это очень эффективно. Окей, я буду стрелять в головы. Чувак. Да ты вообще никчемный. Фу, ты голышом бегаешь, падла. Не белый, не бегай. Ой, палка, 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 палка. Где палку взять? Где она, блядь? Ну теперь-то вам всем точно пиздец. Потому что я с палкой. Так, куда мне вон туда? Окей. Бежим туда. Нет, не сюда, а куда? Надо как-то в дом пробраться, я так понимаю. Там птичка вон висит. Это хорошо. Птичку мы сейчас возьмем, и нам дадут награду какую-нибудь, как всегда. Скажу, чувак, ты лучший собирающий птиц во всей этой планете. Во всем вашем сраном бюро федеральных птицесобирателей. Это ФБП. О, отлично, кусочек металлических частей. Я не понимаю, ребят, игру уже практически прошел. А зачем я все это собираю? Какая мне от этого польза? Достижение. Че мне там в конце напишут, что вот, чувак, ты, короче, там... Собрал столько-то птиц. Ну и перед кем... Уебать тут палок, короче. Куда я зашел? Мне дальше идти? Окей, давайте. Да ну нахуй.
Якудза. Вот с этим я связываться вообще не хочу. Он с мечом. Чувак, ты с мечом? Можно я тебя ударю? Чувак. Он не хочет... Ух-ух-ух, гопники пришли. Да ты давай. Нет, сука, как ты по мне достал-то? Уйди отсюда. Так, кто еще? Где? Сука. Ой, толстяк. Толстяк. Уйди. Уйди, блядь. Уйди, говорю. Уйди, сука, ты против палки никто. Потому что я с палкой, а ты с какой-то херней. Сдохни, сука. Кто еще? Давай, чувак. Так, так, кто-то бежит. Слышу, слышу. Где-то кто-то бежит. Опять толстяк, сука. Уйди. Уйди, блядь. Ай! Нет, он меня зажал. Зажал, сука. Ой, чувак с топором. Так, 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 так. Тихо, аптечка, аптечка, аптечка. Используем аптечку. Где он? Вот он, сука. Спрятался. А, спрятался типа такой. Опа, я тоже могу блок ставить. Не ожидал? Ой. Не глюч, не глюч, не тормози. Вали нахуй. Чё ты машешь, как корова, блядь? Сюда вернулся ко мне, трухло. Сюда подошел, я сказал, быстренько. Сейчас папка будет тебя урабатывать. На! Ах, сука! На! Ой, все, помер, что ли? Да что ты тормозишь-то? Умри, блядь. Так, еще один. А это кто? Гопники какие-то. Ну, это слабенький противник. Да уйди отсюда, нахуй. Опять толстяк, да что ж ты будешь делать-то? Да сзади-то кто еще меня бьет, блядь? Да хватит, сука. Аптечку, 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 быстрее. Да не тормози ты, еб твою тебя мать. Так, где еще? Ой, блядь. Так, их два, что ли, я не понял? Да хорош, блядь. В натуре два, представляете? Они вон друг друга пиздят, красавцы, нахуй. Да хватит тормозить, ебучая игра! Мне тут наваливают, а ты тормозишь, паскуда, блядь. Так, еще одну аптечку. Ой, наконец, ниндзя спрыгнул. На, блядь, давай. Ославьте его, выдрав металлические куски из его тела. Каким хуем я их выдеру-то? Ага. На! Как выдрать металлические куски-то из него? Приколюха, что ли, какая? На, блядь. На! На, ебать! Вот он мне выхватил сейчас. Уйди, не крутись тут нахуй. Уйди, блядь. Так, вырвать плечо, вырвать плечо. Каким хуем вырвать плечо-то у него? Уйди, так, аптечку. Так, вырвать плечо, вырвать плечо. А на чё, на Т? Игрик. Да на какую кнопку, сука, вырвать плечо-то у него? Да сдохни ты уже, скотина ебаная! Ух, блядь, наворачивает! Уйди нахуй отсюда. Чё там? А, один, блядь, цифра один, сука! Отлично! Он теперь стал сл... Что происходит? Бля, опять гопники бегут. Ёпта, чего ты тут машешь-то, дурак, бля? Он помахал мне, типа, иди сюда, чувак, бля. Ну я подошел, как бы, чё? Где ниндзя-то? Чувак, ты где? Вернись, я выдеру тебе еще одно плечо. Вот он, короче, ну радует меня. Я говорю, иди, говорит, сюда, иди, сейчас я тебя нарежу. Чмошник ебаный. Так, наверх нам или чё? Ну да, нам наверх. Там так было плохо нарисовано, цифра 1, я аж не понял, ни пизды. Раз на раз, шель. Ну давай, чертоган, блядь, налетай. Опа! Блядь, блок не работает против него, представляете? Уйди нахуй. Хо-хо! А, уйди, блядь, говорю тебе. Уйди, сука, уйди, чучело ебаное. Давай, налетай. Чего ты тут машешь своей сраной палкой? Я у тебя ее заберу, когда тебя убью, серьезно. Ух, блядь, вот это было больно. Да хватит, сука. Да ты чё делаешь-то, ёбнутый какой-то, что ли? А-а-а, мне пиздец, как спрыгнуть нахуй отсюда? Спрыгнуть! Нет, нельзя спрыгнуть, блядь, плохо. Ебать, сальтуху выдал, смотри. Уйди, блядь. А! Ха-ха-ха! Вырвать хребет. Так, мне срочно нужна аптечка.
Очень мало хпшечки, у меня очень мало. Ты помираешь, что ли? Чё у тебя? Чё с тобой происходит, Томас? Аптечка, аптечка, быстрее, 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 быстрее. Быстрее используй аптечку, используй, используй, сука, аптечку. Аптечку используй, блядь! Ха-ха-ха-ха! Ну все, паскуда, тебе пиздец. Ой! Ой! Дорогой, отхватывай! Ой, блядь! А, конечно, нахуй! Он хотел мне мечом прям назад резать, прикиньте. На! На! Воу! Блядь, я думал, он падает. А он просто сделал вид. Он нечестно уже ведет борьбу. Он прикидывается, типа он болен, а в итоге нет. Да, конечно. Уйди, сука. Уйди, я тебе сказал. Зубы нахуй повылетают у тебя сейчас, понял? Нет! Нет! Ух, блядь. А-а-а! Последний удар мне остался, ребятки. Последний удар. А, все! Как же это классно. Вырывать челюсти незнакомых людей. Вырывай его нахуй, все у него вырви. Язык вырви, глаза вырви. Вырви глаз ему, все вырви. Интересно. Дым-дыри-дым-дым-дым. Блять, музыка как футурами нахуй. Дым-дыри-дым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 . Какой Малькольм? Кого ты орешь? А, ты этого сраного голландца, он тебя предал, ты чё? Убей его нахуй. Возьми что-нибудь и дай ему по еблету. Негруха приехала, что ли? Мусора. Они, как всегда, приехали в самое нужное время. А, не этот Малькольм, отлично. Чувак, не плачь. Мы всех убили, ты победил. Почему нельзя к твоей жизни бывшей вернуться? Ты же всех убил, есть отпечатки, все дела. Вот он такой, сука, этот голландец, козел, прикрывал своего сраного племянника. И типа такой, ну вот, Томас, ну уж извини, ну как бы ты будешь жить как сраная паскуда, как бомж, как проститутка привокзальная. Ну, я же не могу предать своего племянника и сдать его полиции. Говно. То есть главным-то кто был, ниндзя? Классно. Что там такое? Томас, что там? Останови машину, сука. Его надо убить, понимаешь? Его надо сдать в кутузку, в КПЗ, в СИЗО, на зону отправить. Сука, останови машину, я тебе проколю сейчас глаз иголкой. Испугался. Потому что, ну реально, я возьму и проколю тебе глаз иголкой, будешь знать. Надо его убить. Open the trunk. Open the trunk. Good. Томас, не надо. Никакой он не good boy. Я из-за него потерял работу в ФБР. Я был перспективным агентом. Смотри, действительно, сука. Да, конечно. Вали он нахер вместе с этим голландцем. Натуре, вали его. Будь мужиком. Покажи свои стальные яйца. Не, я бы первым делом, конечно, голландцу в лоб посадил. В натуре. Вы оба тут нахуй меня использовали, собаки. Куда пропал русский язык, сука? Меня это бесит. Смотри, какая скотина голландская, старая тварь. Ух ты ж. Ух ты ж, ёптыш. Вот так дашь. Ну делай же свой выбор, мужик. А когда это все закончится, стране или месть? У вас 5 секунд. Как бы, блядь, других вариантов нет. Ну чё, я теперь опять федеральный агент? Бля, эта сцена похожа на это, точнее, обстановка похожа на обстановку из первого уровня Фаренгейта. Все наверняка слыхали про эту игру Фаренгейт, но я проходить ее вряд ли буду. Возможно, по ней когда-нибудь будет стрим, потому что она очень, блядь, длинная. Очень длинная, и не хочу я в нее сейчас играть. Все, его, походу, приняли назад в ФБР, у него такая же куртка какой-то черной бабы. Мы что, с вами, получается, прошли игру? Это классно.
По поводу стримов, ребят, не надо спрашивать. Они будут? Будут, конечно, будут, но попозже. Когда чуть больше народу у нас появится, больше будут людей смотреть, тогда мы всей толпой, чтобы нам было весело, ржачно, как замутим что-нибудь. Ах, как постримим какую-нибудь хуйню. Поржем. Будем стримить Silent Hill, будем стримить Фаренгейт. Все подряд будем стримить. Все то, что я не хочу проходить на запись, мы будем с вами стримить. Вот это я охуенно придумал, да? О чем вы разговариваете, ребят? Я что-то пропустил половину. Какие еще, блядь, вопросы? Какие вопросы у вас могут быть? Я всех нашел, всех убил. Она мне не верит, походу. Кто такой Лиланд? А, это племянник, что ли? Точно, Лиланд — это племянник голландца, которого мы завалили нахуй. И сразу писать, сучка. Чё, я... Она пред прослушкой, походу, написала. Я не знаю, как придёт слово «wired». Она, ну да, типа, беспроводная связь у нее, походу, какая-то. То есть она, смотрите, такая негруха, нормальная баба все-таки. Сказала, что типа я на прослушке и вся хуйня, не надо, короче. Спасибо тебе, негруха. Если б не ты, где бы я сейчас был? Ах, красава. Черная, очкастая баба сделала наш день Да вы че, опять играть? Игра-то вроде конь... А, блядь, заставка. Сейчас у нее начнутся глюки. Кто-нибудь вылезет из зеркала. Ну даже, по-любому. Давай, поблюй, чувак. Так это все всем настоебало. Я бы тоже блеванул. Опа! Появился чушочек сзади. Не все еще... Все... Нихуя еще не закончено. А еще следующая глава есть. Вы посмотрите, нихуя ж себе. А, ну это все. Ну отлично. Как скипнуть нахуй эту хуйню, потому что очень громко все происходит. Так вот, ребятки, мы прошли с вами только что Condemned Criminal Origins. Я могу вам сказать, что игра получилась довольно-таки интересная, да, но если бы не та хуйня, про которую я сколько-то серий говорил, что перед тем, чтобы что-то открыть, найдите лопату, найдите топор. Ну, можно было, блядь, бросить это рядом. Никакой разницы нет, только время зря теряешь, ходишь туда-обратно. А так, в принципе, в общем и целом, неплохо. У этой игры есть вторая часть, но она выходила только на консолях, поэтому проходить я ее не буду. Эмуляторов для консолей у меня нет. Да и разбираться в них долго, там управление кривое, все говно. Короче, ребятушки, всем пока, до встречи на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте обязательно. И всем до встречи в новых играх. Я не знаю пока, что это будет, но что-нибудь по-любому будет. Все, ребятки, всем пока, всех жду. Ссылка, кстати, на плейлист, если вы случайно попали, она сверху в нотациях. Всем пока. Нихуя себе!